Вечер добрый, друзья мои. Продолжаем катать Euro Truck Simulator 2, версия 1.39. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в Израиле. Самолетик пролетел. Город Хайфа. На том самом гараже. Хорошая гроза. В том самом гараже, куда заехал на своем, ну нет, не на своем, обманываю, на Петербурге 389 кастом, собственно, на котором я и совершил предыдущий рейс, здесь его и в этом городе и закончил. Так, тот трак у меня взяли, поблагодарили и подогнали мне следующий трак. Я поражаюсь, откуда здесь на востоке берутся такие тюнинговые машины. Я даже предположить боюсь. Это International Pro Star Custom. Здесь установлен Cummins ASX15 600-сильный и 18-ступенчатая коробка Eaton, которая мне так полюбилась. Так, я думаю, сейчас 8... думаю, сейчас дождик-то закончится. Время 8-9 час. Вроде стихает потиху. Стихает потиху. Это вот я так славно подобрал слова. Да, дождик стихает. Самолеты разлетались. Ну вот. Ну что же, сегодня я точно никуда не поеду. Сегодня я отдыхаю. На сегодня впечатлений хватило. Я сегодня только закончил этот рейс на Петербилде. Там то ли с контрабандистами связался, то ли с пограничниками, то ли со спецслужбами, то ли Моссад там мне помог. То ли Асад и так далее, и так далее, и так далее. То ли Асад и Моссад. Да, а, кстати, подожди, ты куда собрался уходить-то? Ключ на старт, двигатель заводись. О! Ну как? Хорош, красавчик. Ой, хорош такой. Так, габаритки. Ближний, дальний, аварийка. И стробы. О! Ты смотри, а? В передних фарах стробоскопы есть. Так, дождик уже заканчивается. Ох ты, сзади-то ж посмотри, что творится-то, а? Так, стопы работают. Задний ход работает. Обалдеть. И самое, что интересное, вот я его кручу туда-сюда, налево-направо. ФПС как есть, 61, 60, 62. Вот что так, что так. Он вообще ФПС не жрет. Обалденный трек, действительно. Классный, красивый. Я почти на нем ничего не добавил. Только поменял колеса, диски Raven. Трубы вывел вверх. У него стандартный глушитель стоял вниз под брюхо. Все остальные вот эти... сториджи, аккумуляторные ящики, баки, визор поставил, зеркала и воздуханы. И все, больше ничего не добавлял. Мне кажется, и так все отлично, и так все замечательно. Так, теперь в кабину. В кабине, конечно, еще того круче. Я взял вариант в красных тонах. Сейчас маленько при таком слабом освещении он не очень-то кайфно выглядит. Это такой оверский вариант. Куча места для разных вещей. Полочки, ящички. Все по красоте. Я бы на таком, слушай, поработал. Я бы на таком поработал. Конечно, все зависит от потребительских качеств, но трак мне нравится. Места в нем предостаточно. Правда, нет полотенного шкафа, вещи как-то вот вешать куда-то. Я бы взял бы с другой, со здоровенной кабиной такой большой. Я не помню, как ее, как она называется. Так, ну что, друг мой? Может быть, даже в траке останусь ночевать. Сказали, как хочешь. Хочешь в гараже? Там все есть, но там как-то слишком много места. Отдельной какой-то спальни нету. Там диван, ну, душ, туда-сюда, все дела. Это, разумеется, я уже сходил.
Будем ждать груза. Сколько я здесь простою, я не знаю. Там будет видно. Между делом нажмите паузу, подпишитесь на канал, бейте в колокол. Обязательно, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Поставьте чаек, там кофеек. Все, что хотите. Закажите пиццу, за шавухой сходите. Я ничего, на паузе все вот как обычно, я подожду. Вы это самое, даже не беспокойтесь. А мы продолжаем. И встретимся чуть погодя. Утро доброе, други мои. Немного отдохнул. Немного. С недельку. Замечательно. Появился груз. Примерно туда, куда я хочу. Вот как-то так. Груз легкий. Посмотрим. Если мне этот трак зайдет, то я еще на нем отправлюсь куда-нибудь. Так, ну поехали. Блин, сделали бы зеркала чуть поближе, но далеко как-то, но я не знаю. И тебя и стригер бы, конечно, купить, но он, сука, дорогой. Так вот раз глянул, так вот налево зеркало посмотрел, направо глянул, правое зеркало посмотрел, чтобы вот эти аналоговые вообще вот эти вот убрать. Поверните налево. Так, давай-ка сюда. Там направо вроде надо. Или налево надо? Не, налево надо будет. Ай-яй-яшеньки, яй-яй. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Поворачиваем. Груз легкий. Вроде бы повезут топливные фильтры. Приехали. Так. Аварийку зачекинемся и получим свой грузик. Так, ага, вот у нас есть. Ага, можно выбрать прицеп. Топливные фильтры 4 тонны. Ну-ка, давай для интереса посмотрим. Может, что-то поинтереснее буду. О! Ну что мне такой прицепчик-то? Нахер мне нужен, да? Смотри, тут две сороковочки стоят. Ой, две двадцатки. Вот сороковка. Ну, это совсем длиннючий. Прикинь, у нас сколько длиннее, да? Блин, что-то как-то вот этот аппендикс тут, вот этот вот. Платформа очень длинная. Ой-ой-ошеньки, ой-ой-ой. А вот это вот чем отличается? Вот я вот контейнер-воз. Ага, так. Тут на одной площадке контейнеры стоят. Тут выше, ниже. Кронбокс-лайнер. Давай крон возьмем, бокс-лайнер. Знаете, длиннее. Они длиннее. Ну да и хрен на него. Все, хочу вот этот. Все нормально. О, 10 тонн. Все-таки это уже другая тема. Более приятная. Так, вон стоит наш процепчик. Поехали. Сейчас заберем, поедем. Ехать тут как бы не особо далеко, несколько часов по игровому времени, конечно же. Как еще иначе?
Так, перевод. Аккуратнее, аккуратнее. Все готово. Приятной поездки. Надо все проверить. Так ведь? И зацепить, конечно, как я поеду, пока я не зацепил прицеп. Так, пойдем цеплять. Как ты близенько-то у нас он стоит. Да, в принципе, нормально. Ну, это же европейский прицеп. Но я бы не сказал, что он какой-то катастрофически длинный. Прицеп... под стандартную сороковку, допустим, или под две двадцатки, да, контейнеровоз, он стал бы еще ближе сюда. Так, 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 пойдем все посмотрим, проверим. Платформочка, конечно, зачетная. Но видали и получше. Ну, тут нормально, все на месте. Они не просто так стоят, фиксаторы вон. Платформа фиксатора имеет, как на контейнеровозе. Это для погрузчика, подвили. Но здесь тоже все, все фиксаторы, все как полагается. Все путем, ладно, цепляем. Но здесь уже поддержка есть. Видно, ручечка есть, значит поддержка есть. Так, все, кабели. Поддержка есть. Отлично. Так, смотрим, проверяем светотехнику. Нам не хватало еще. Так, я говорил, что едем в Иорданию? Или не говорил? Ох, красавчик. Вот это я понимаю. Все, садимся, едем. Конечно же, навигация. Навигация, как мы сейчас поедем? Как мы поедем? Сейчас все поглядим. Так, из Хайфы выезжаем сюда. И все чисто-чисто по автобану на Тель-Авив будем заезжать или нет, а? Как думаешь? А? Блин, давай. Вот так вот. Чё, кругаля? А, опа, здесь нельзя и здесь не проехать, получается, да? Ой, не-не-не-не-не-не. Нафиг, нафиг. Вот так тогда уж проще-то, поаккуратнее как-то, туда-сюда. Так, отлично. А, нет, 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 нет. Откроем кадровое агентство. Откроем это. Так, едем сюда, на восток. Ну, ехать так-то недалече. Недалече. Так, отлично, отлично. Плачу наличными. Ну, можно еще кадровое агентство. Ладно, пусть будет все так. Так, Амман мы откроем. Здесь есть разные фермочки и довольно большой город. И в Зарка едем. Иордания. Ну, хорошей все. Работы. Так, секундочку, секундочку. Так, вроде какой-то туман такой собирается. Что-то не нравится мне этот туманчик. Да мне туманчик этот не нравится. Так, налево, 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 налево. Поверните налево. Отправляемся в путь дорогу. Опа, пардон.
не ту передачу включил. Так, у нас тут окна открываются и закрываются. Также тут слева открывается и закрывается. Отлично, все работает, все, поехали, брат. Опа, что за косячочки? Ну, драка выглядит, конечно, классно. Но ничего какого-то сверхъестественного, особенно, ну, классно выполнен, ничего не скажу. Рулевое колесо, панель приборов, все зачет полный. Все полный порядок. Смотри, какое качество, да? Ну, кстати, при ближайшем рассмотрении проявляются косячочки такие небольшие. Но всего лишь небольшие. Груз легкий, бежим все равно, что одной башкой. Держитесь левее. Итак, слева еду. Ах ты ж твою мать, а. Резкие тормоза. Резкие, резкие. Так, ну и что мы там? Чего стоим, кого ждем? На движуха какая-то будет, нет? А, этот направо поворачивает, бляха, муха, всем направо. Так, секунду. Там все закрыто. Да я не видел. Закрывали, позакрывали все. Так, если я сейчас направо уеду. Мне придется сюда ехать. Блин, ну я хотел прямо идти, твою мать, а ну сукин кот, а. Сейчас сюда направо и пойти в объезд. Твою мать, а. Ой, блядь. Ну я не хотел здесь ехать вообще, блядь. Я Оман хотел открыть. Зараза. Как так-то, а? Так, ладно, тогда бараки убираю. Поворачиваем сюда, а куда ты сейчас денешься? Поедем тогда вот этой стороны. Либо сюда ехать, но я тут уже катался, вот сюда тогда поедем. Ладно. Ай, ёперный. Будьте внимательнее на дороге. Да ладно уж. Держитесь левее. Это ничего, что я вас маленько тут пододвинул? Ой, да даже никто и не заметил.
приехали сюда, что теперь делать? Что за лаги-баги? Расчет нового маршрута. Поедем сюда, раз дорога закрыта, значит поедем другой. Я же не буду стоять ждать, сколько там простоишь. Одному Богу только известно. Раз сюда, значит сюда поедем. Так, теперь снова навигацию посмотрим. Как нас... А нет, все так и поехали, как я предполагал. Никаких вот этих объездов не будет. Так. Но здесь мы уже бывали. Город открыт. Нет смысла мне тратить время туда-сюда объезжать. Оттуда не получится, кстати. Тут только разворот какой-то будет или как? На. А смысл? Что за... Что тут прикалываться? Город и так уже открытый, Эрбит. Так, Эльмафраг мы сейчас откроем, проедем. И сюда, сюда, сюда. Блин, очень жаль. А давай-ка кругаля наденем. Вот сюда, сюда. И Оман открою. И крюк не такой большой. Отлично, все. Все по красоте. Начинаем движение. Всего по красоте, друг мой. Все. Подлагивает чутка. Хадера. Или Хадера. Хадера это, наверное, будет звучать. Ну, ударение по-европейски я поставил. А скорее всего. По-арабски Хадера. Если кто в курсе, поправьте меня. О, ехать-то 175 километров всего осталось-то. Какое небо спереди хмурое, смотри. Двигайтесь прямо. Будем надеяться, все будет хорошо. Но здесь бездорожья нет, здесь кругом асфальт. Каких-то крутейших горных серпантинов тоже здесь пока не наблюдается. В основном либо по равнине дороги идут, либо по холмам каким-то. Но горы есть. Афулла. Welcome to Afulla. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Слишком быстро зашел. Так нельзя. Да я кольцо проморгал. Хмурится маленько погодка, но солнце, солнышко видно. Этот видосик у нас коротким будет. Но ничего страшного. Этого одного рейса хватит на этом интернешнале. Трак как трак, нормальный трак. На кольце первый съезд. Там что, Жига впереди? Но не тофаш. Сейчас съедьте. Хотя что у такого удивительного? Турция там ближе, чем Россия. Ничего удивительного. Поверните налево.
Ничего удивительного тут нет, если бы тут Тофаш попался. Тофаш Даган какой-нибудь, да? Ага. Контроль. Так, ну мы на грузовых. Нам не пристало тут щемиться по углам. Контроль. Поехали. Дорога знакома, здесь я уже катался. Иордания впереди. Вот пропускной. Здесь мы уже в этих местах были. На Кенверте Кастове тут я ехал. Ехал. Что я там вез? Сварочное оборудование вез. Оборудование в Сирию. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Кажется, начинаю привыкать тут по востоку ездить. Типа тут уже за своего. Много кого знаю, но много кто меня знает. Приготовьтесь к повороту направо. Понял. Поверните направо. Тоже дорога знакомая, да, тут ездил. Знакомая дорога. Ну, КамАЗ, бетономешалка. А что ты удивляешься? Тут полно российской техники. Вон газелька впереди. И в советское время сюда поставлялись советские автомобили. Было дело.
было такое, да. Что нам там ограничили скорость? Вот, снова подняли. Все, хмарки потихоньку расходятся. Немного просветлеет небо сейчас. Ну, все уже совсем хорошо стало. Вы что, хотите сказать, что я уже опаздываю, да? Нифига себе, у вас тут скорости должны быть. А, это же на кого рассчитано? Здесь же рассчитано на восточного водителя. Они же летают вообще по беспределу. Хотя нет, вот же грузовики ходят, слушай, тут все. Держитесь правее, как затем все. Поверните направо. Поверните направо. Надо было вот траку спереди так останавливаться, перед ним нет никого. Меня только тормознул в лишний раз. Эльмафраг. Welcome to Эльмафраг. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Тихо, тихо, тихо. Ну давай, ты меня. Давай, блядь, и ты поехал. Ну сука, а. Что за люди? Я встал, как будто пропускают. Ладно, я поехал. Нет, блин, надо вот так вот сделать. Ну, я слишком далеко, конечно, выкатился, так нельзя тоже. Ну, ваше благородие, проехал. Такая безжизненная, что прям кругом один песок и ничего нет. Вот, смотри, вот какие кустарнички есть, там горы, с другой стороны горы, слева справа. Так, держитесь правее. Маневры. Маневры туда-сюда, налево.
ты уже рядышком совсем осталась. Совсем чуть-чуть. Это вот я на объезд поехал. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Никого. Сейчас снова направо. Давай, друг мой, разгоняться не будем. Не будем, не будем. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Подождите, тут у нас светофор. Конечно, конечно, это же закон такой должен быть. Он и есть, он не должен быть, он есть. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Не успели. Не успели. Зеленый, 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 давай скорее зеленый. Уже почти, почти приехал. Держитесь правее, затем поверните направо. Почти приехал мне. Самая поверните малость. Направо. Так, давай, давай, успеваем. Отлично. Хорошо. Так, там налево надо, по-моему, будет. Держимся слева тогда. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Так, а что у нас тут? Совсем никого, никого. Даже пусто маленько. Так, зарка. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Так, линия стоп. Нас пропускают. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Так, ага, сюда. Все, понял. Успешно прибыли. Очень хорошо. Так, отмечаемся. Быстренько, быстренько, хорошо. Замечательно. Ох ты ж, надо развернуться и задом туда заехать. Твою дивизию. Все, 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 я уже уехал, уехался.
Надо сейчас развернуться. Сейчас туда до конца проехать или как, или... Блин. Да нет. Зараза. Давай здесь, там прицеп стоит еще. И здесь прицеп. Давай, сейчас потихонечку. Блин. Ай. Не так, не так. Так. Надо вот так вот. Ну а как я сейчас тут еще буду крутиться? Куда вот я там сейчас этим прицепом упрусь? Блять, ничего не вижу. Ничего не вижу. Ты ж смотри, а я почти заехал. Вот, вот как раз бы сейчас бочиной и причесал бы его, да? Так, тихо, тихо, тихо. Так, пробуем. Так, окно открываем. Так, правое зеркало давай. Так, как бы сильно в сторону-то тоже нельзя. Так, хорош. Так. Плавнее, аккуратнее. Нормалек. Пока нормалек. Так, надо маленько выровняться. Так, за рулем, за рулем, за рулем. Оп, стоп, 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 стоп.
сейчас мы рюмочки выровняем. Пойдет. Да, не фонтан, конечно, но пойдет, ладно. Забирайте свой прицепчик. С опозданием. Или ничего страшного. Сейчас, конечно, штраф лупанут. Ну, чуть-чуть. 376 ойра. Ну, как-то так. Как-то так, 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 так. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, амбан открыл, зарка. Ну там гостишка есть какая-то? Нет, давай прогружайся быстрее. На отдых нам пора. Так, ух ты, ничего тут нету вообще. Так, здесь кое-что есть. Блин, что-то обратно неохота ехать. Тут на заправке, наверное, можно как-то тут заторчать. Или мотель, шмамотель ехать. А, вот, я чуть торможу. Также можно договориться. Пару шекелей, все решают. Так, поехали в гараж тогда. Поедем. Поедем, поедем. Груз доставили в целости и сохранности. Либо немножко с опозданием, но окно можно закрыть, это шумно. Глушилки прям под самым ухом торчат. Ну и что такой современный Hot Rod Classic Truck. Заправка такая. Да нет, она маленькая совсем. Ну что тут? Где ехать-то рядом совсем? Что мне тут делать? Заправиться можно. Но... Нафиг мне сюда вставать. Вон там гараж есть. Ой, хорошо как. Там полюбас упустит. Ты гаражик. Так, мы как обычно встанем сюда и попрощаемся со зрителями до следующего трака. Сегодня мне привезут трак сюда. Сейчас я только сообщим место. Он уже заказан. Ага, есть договоренность, так сказать. Еще один не менее оригинальный трак для этих мест. Как-то так. Так, секундочку. Очень хорошо. Ну что же, друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. С вами был Олег Драйвер. Пока-пока. До новых волнующих.